однажды я пошла в лес грибы собирать. В тот год было много грибов, особенно под березами и под осинами. Зашла я в самую чащу, а там серый волк. Увидел он меня и побежал за мной. Говорит заяц, а волк бегает, ищет меня, не может найти. Одел заяц мое платье, я еще и бантик его нацепил. Заяц выскочил из кустов, а волк за ним. А я домой быстрее побежал. Бежит заяц, а волк за ним, вот-вот схватит. Догнал его. Кричал заяц, что такое? Заяц скачет на волка. Да это же не волк, а наша собака, Шарик. Он потерялся у нас в прошлом году. Вот радость-то какая, собака моя нашла. Рабочий день. Я шел в школу. Иду на перекресток, а там светофор испортился. Машины едут, никого не пропускают. Народу собралось просто ужас. Я достал кисточку, перекрасил зеленый цвет на красный. А водители стали кричать на меня. Тогда я стер краску, и машины поехали. И так я полдня пропускал то машины, то пешеходы. А когда пришел в школу, все уроки были уже закончены. Учительнице я объяснил свое опоздание, но она не поверила. И написала замечание в дневник. И даже поставила двойку. Когда я пришел домой, папа тоже не поверил. Так обидно, ведь это было настоящее, правда. А вечером к нам приехал главный полицейский начальник и вручил мне награду за находчивость. Этот день стал для меня праздничным. А когда я вырасту, я пойду работать в дорожную полицию. Вот так. Приготовились, мотор. Очень дикий запад, эпизод первый, дубль первый. Начали.